Всем привет! Вы находитесь на канале «Прогулки по лесу». Весна у нас в самом разгаре, сегодня 1 мая, и я снова отправляюсь в лес на свою лесную приваду. Как вы помните, в прошлый раз я туда приходил после долгого отсутствия и проверял, все ли там в порядке. Я установил снова фотоловушку, пополнил запасы соли, и сейчас я хочу прийти туда и посмотреть, были ли там какие-то животные. Попутно я несу с собой запасы каменной соли и новую фотоловушку, которую я там поставлю для испытаний. Пойдемте, друзья, посмотрим, что у меня сегодня из этого всего получится. Итак, друзья, мы с вами возвращаемся на нашу приваду. И давайте попробуем оценить, что тут происходило. Ну, в первую очередь, давайте посмотрим наш земляной солонец. По моим ощущениям, здесь никого не было, никто его не трогал. Так, наш основной солонец. Соль лежит. Соли много, она превратилась в камень от дождя. Вот, непонятно, был здесь кто-то или нет. Так, фотоловушка наша на месте. Я думаю, что она разрядилась. Но мы сейчас это проверим. Ну, а в остальном вроде бы все на своих местах. Каких-то глобальных перемен я тут сегодня не наблюдаю. Итак, ребята, осмотр полянки и просмотр записи с фотоловушки показал, что, в принципе, животные сюда, на эту поляну, к нам приходят. В основном сейчас сюда приходят косули. Приходят по одной, иногда по две. И наш с вами солонец пользуется у них довольно-таки большой популярностью. Поэтому есть смысл, собственно, сюда положить кусочек каменной соли, которую я принес с собой. Но есть небольшой нюанс. Как я сказал, вот эта соль, она превратилась в кирпич. А я сегодня прибежал, собственно, налегке, у меня даже ножа нет с собой. И сейчас надо будет ее как-то раздолбить, чтобы сюда, на ее место, положить наш соляной кирпичик. Сейчас попробую что-то придумать, ну, а вам предлагаю посмотреть, как я буду страдать. Ну, получилось. Как я сказал, друзья, у нас наступила весна. И тут по соседству, на соседнем поле работает техника, пашут поле. Поэтому не удивляйтесь, сегодня довольно-таки шумно. Вот. Так, сейчас мы вот эту сольку немножечко вот так вот подвинем. Немножечко. Вот. И подготовим местечко для нашего соляного кирпичика. Этот маленький кусочек тоже сейчас положим.
что ж, друзья, на этом наш сегодняшний короткий выпуск подходит к концу. Но это ничего, потому что в следующий раз, я думаю, будет гораздо интереснее. Я планирую принести снова орехи и положить их в беличью кормушку и поставить вторую фотоловушку напротив нее, чтобы мы с вами все-таки заполучили видеозаписи с белками. Также в следующий раз мы с вами посмотрим, как себя показала новая фотоловушка. Поэтому, друзья, как говорится, не переключайтесь, чуть-чуть надо подождать, и я снова буду с вами. А сейчас я прощаюсь с вами, до новых встреч. Не забывайте подписаться на канал. Пока!